возникают потоки лавы. В нашем случае это, конечно, вода, насыщенная углекислым кальцием. Как он образуется? По своей сути, это обычный сталагмит. Но за счет того, что сверху действует постоянная капель, капель, кстати, интересна тем, что не прекращается в самый засушливый сезон, указывает на то, что над нами есть большая полость, где конденсируется влага. Водичка пробила себе небольшое круглое озерцо, скатывается на равномерное и затвердевает также. С нашей стороны она попадает еще в одно озеро глубиной 2 метра, а сейчас плечо будет хорошо видно. А с обратной стороны вы сами чуть позже увидите. Запомните, как выглядит вулканчик, с другого ракурса он будет выглядеть чуточку иначе. Ну а теперь смотрите все в темноту. Сейчас оттуда вылезет летучая мышка. А, мышка. Раз, два, три. Елочка горит. Вы поняли, о чем я говорю? Перед нами зал Пичтимет. Назван он в честь старинного венгерского города, города-побратима Симферополя, нашей крымской столицы. Но он действительно похож на тот самый город. Центральная площадь, белоснежный храм с куполом, и на заднем плане застыли горы. В чем прелесть этого зала? В отличие от всех остальных, он расположен в одной плоскости. Мы его видим сразу практически полностью и целиком. Длина его более 100 метров, высота каскада стены 40. И вниз за вулканчиком 30-метровый колодец нижней ярусы пещеры.